Так листы отдыхают на елке. Чем питаются клёстки, когда еще шишки не созрели? Вижу клеста на нём. Интересно за ним понаблюдать в пасмурную погоду. Сидит на самой макушке елки. Обсыхает. Принимают утренние ванны. Ну, давай, покажи свои перышки. Вот бы солнце светило, тогда он был очень красив. Прилетел другой клёст. Наблюдаю за тем, как клёст пытается достать семена из еловой шишки. Да, шишка еще не созрела. Вот тебе осадки. Пошел дождь. Сейчас он полетит за новой шишкой.